Не, у нас тише, но все равно начались прилеты. Мы очень тоже обеспокоены, потому что прямо вроде над головами летают ракеты. Ну, слава Богу, до нас еще не дошло. Слава Богу. Очень грустно, что так получилось. Мы никогда не думали, что такая подлость нас ожидает. Помогите, чтобы его остановить, Путина, чтобы быстрее это все закончилось, чтобы не гибли наши ребята, женщины, которые защищают нашу родину. Ну, не знаю, даже не могу выразить такого. Нет у меня просто... Ну, не знаю я. Так там же у нас эти рашики, как у себя дома. Спокойно двери выламывают, в квартиры заселяются. Значит, цивилизации в жизни не бачили. Пусть идут с Богом. Вот просто. Чтоб мы их тут и не видели, и не слышали. Потому что просто, ну, настоящий терроризм, все, что можно сказать.